Всем добрый день, добро пожаловать на наш канал. 30 марта 2024 год, а то я знаю, все уже запутались в наших всех видео, но это свежее видео, одно из наших крайних путешествий. Мы едем в Голландию. Началось все с того, что мы купили билет на 31 марта и не учли один факт, что с 30 на 31 марта поменяют время. В Германии перевели время на час вперед, как и, в принципе, во всей Европе. Нам нужно было вставать в 3 утра, но в итоге пришлось встать в 2 ночи. Теперь вот мы уже едем по Голландии в один чудесный парк. Девочкам он 100% понравится, хотя мальчики фотографировали там больше. Перевели время, и мы, получается, проснулись по старому времени в 2 часа ночи. И сейчас уже 7:30 по новому времени, и нам осталось 62 километра до места назначения. Но по названию вы уже знаете, куда мы едем. Съезжаем рядом Амстердам, прям очень-очень рядом, но мы не в Амстердам. Может, позже поедем. Так сильно захотели в Амстердам, что аж съехали с пути. Пришлось на другую трассу выезжать. У нас время, у нас билет куплен с 8 до 8:30. Это были последние билеты. Сегодня народу будет, я представляю, сколько. Проезжаем аэропорт Амстердама, столько высоток. Многоэтажное здание и, как всегда, туннель. В Европе, конечно, шикарные туннели. Самолеты садятся. На туннель? Ну, об этом же тоже так же. Да, во Франкфурте там, да. Это не прикол. Это на самом деле так. Да, наверху может быть дорога для самолетов. Во Франкфурте именно так. Мы под низом проезжаем, а над нами ехал самолет. Мы, кстати, тоже это снимали. Мы уже чего только не снимали. Вот они, ё-моё, самолеты. Красавчики. Вот он едет, самолет. И вот они как раз, это все дороги, это все взлетные площадки, представьте. Мы под ними едем. Обалдеть. Ну, во Франкфурте, в Германии тоже так же было. Красота. Вот уже и поля тюльпановые. Через 300 метров на перекрестке с круговым движением сверните на первый выезд. Ну вот мы приехали в Койкенхоф. Еще очень мало времени. Нам еще 30 минут до открытия.
Главное, что мы не опоздали. Я не знаю, хотя запускают ли опоздавших, но было написано, что билет действителен только в указанное время и на указанный день. Нас запустили. Время 7:32. Мы одни из первых, но у нас уже очень много здесь очередь. Красота! Обалдеть, а вот это все парковка, вы представляете? Но здесь самое интересное, кстати, мы первые, а вообще каждые полчаса здесь идут продажи билетов. Вот мы купили, это получается была самая-самая последняя на 8 утра. Вот мы, видите, в первый заезд заезжаем, а парковка выглядит вот так. Они продают билеты, получается, с 8 до 8:30, например. И вот, ну, вообще говорят, на парк уходит целый день. И вот они все поля. Жалко, что еще не зацвели, блин. 8 утра. Вот он, Кёгенхоф. И уже, посмотрите, сколько людей. Еще даже не открылись кассы. И вот все приехали, уже машин все больше и больше приезжает. Здесь и Швейцария, и Франция, и Германия, Нидерланды. Ой, каких только номеров нету. Вся Европа. Очень холодно. Прям очень. Очень быстро на входе все заплатили. И посмотрите, здесь уже можно купить. Это и саженцы, и семена, и луковички всякие разные. Прелесть. Это искусственные. Вообще. Обалдеть, они даже. Они сделаны. Или они настоящие? Посмотрите только, какие красоты. Прелесть. Они живые. Нет? Нет, они не живые. Вообще красота. Это деревянные. Какая прелесть. Как всегда, магазинчики. В Европе всегда, везде, любая достопримечательность и, конечно же, магазинчики. Посмотрите, какая красота. О, ужас. Вообще. Мы, конечно, приехали очень рано. Солнышка нету. Кёгенхоф, 75 лет. Голландский парк Кёгенхоф называют самым красивым весенним парком мира. Ради него в Нидерланды приезжают миллионы туристов, и все остаются в полном восторге. Территория парка занимает 32 гектара, на котором растут более 7 миллионов различных цветов. Тюльпаны, гиацинты, нарциссы, крокусы, орхидея. И так далее. Всего около 1600 видов цветов. Парк с орхидеями, кстати, скорее всего, будет в отдельном видео, потому что там просто неограниченное количество видов орхидеи. И мы его вам покажем отдельно. В 2024 году парк Кёгенхоф открыт ежедневно с 21 марта по 12 мая. Часы работы парка с 8 утра до 7:30 вечера. Мы билеты покупали онлайн на официальном сайте. Самое лучшее, конечно же, время увидеть весь парк – это середина апреля до начала мая. Но мы не выдержали и поехали буквально через неделю после открытия. И ни секундочки не пожалели об этом. В этом году в Нидерландах ранняя весна, крокусы уже расцвели белыми и фиолетовыми цветами, а ранние нарциссы и тюльпаны украсили парк Кёгенхоф своими яркими красками. В этом году
этому чудесному парку 75 лет. Ну а сейчас мы включим музыку, потому что, если честно, просто нет слов. Это такая красота, даже камера не сможет передать вам всей шикарности, всего богатства. И, к сожалению, еще сегодня погода не позволяет нам все вам показать как надо в красивых красках. Но, надеюсь, вам понравится. Обязательно поставьте лайк, напишите комментарий или лайк. Я максимально постаралась заснять вам и передать через камеру. Ну а если есть у кого возможность, то, конечно же, приезжайте. До 12 мая можно приобрести билеты и посетить это чудо чудесное. И если вам не сложно, то не забудьте подписаться. Всем приятного просмотра! Это все высушенные цветочки. Нереально красиво. Нужно, конечно, все это видеть вживую.
Обманутка, видишь? Такая красота вокруг, Божия. Я даже вам передать не могу. Все фотографируются и так, и так. А dove vende mamma? Dove vende mamma? Ti ci conta sai che ti? Здесь есть детская игровая, чтобы деткам тоже запомнился отдых. Им, конечно, неинтересны цветочки. Но игровые нам всегда интересны. Все. Тут уже открываются павильончики. Я еще и подумала, как это, чтобы не было здесь еды. Нет, еда. Это, наверное, самое главное. Не только в Германии, но и во всей Европе. Очень много людей. Ужасно. Нереальное количество. Уже, я не знаю, скорее всего, время, наверное, 9. Уже получается на 9 часов, наверное, люди приехали. Я не знаю. Говорят, парк очень большой. Посмотрим. Вот так проходит у нас видео, да? Ты слушать хочешь, дай мне. Дай. Дай. Держи колбаску. Колбаску тоже придерживай. За пальчиком. Кушай. Парк нереально огромный. Здесь огромное количество оранжерей. Если вам интересно, нажмите паузу, поставьте лайк, напишите небольшой комментарий. Ну и увидимся с вами в следующем видео. В этой оранжерее представлено огромное количество разновидностей тюльпанов. Да и не только. Увидимся с вами в следующем видео. Всем пока! Спасибо за просмотр!